же происходит. Почему все хлопают? Что случилось? Почему-то все вышли на балкон и все хлопают. А почему, я не поняла. Что случилось? Что случилось? Все вышли на балкон и хлопают. Что случилось, блин, мне страшно, что происходит. Отправила девчонок немножко погулять на полчасика. Смотрю, там дети гуляют. О, это что тут за война была? А, ну, это кто такое натворил? Удивительно вообще. Кошка, что ли, какая-то? Кошка, что ли? А, точно, смотрите, кошка. Выкопала и навалила. Вообще отлично. Это, да, всем было очень интересно, конечно. Я вот тут подошла к окну посмотреть, там дети. Ну да, вон, футбол играет, баскетбол. Слава богу, сегодня хоть дождя нету. Альбиночка спит, поэтому мы пока это не знаю. Если погода не испортится, тоже выйдет. Потому что когда она еще не спала, еще была не очень погода. А сейчас нормально, но туча все равно черная. Черные тучи. Чуть не вижу их. Блин, классно было бы, если бы на эту сторону хоть как-то бы смотреть можно было. И Джерин взяла этот велосипед. Ну, пусть полчасика побегают, ничего страшного. Что-то их как на север одела. Я смотрю, пацаны там вообще в толстовках. А я им... И Рада ржет, говорит: «Мам, ты что меня так закутала? Как будто мы в России живем и на улице снегопад». А я говорю: «Нифига, на улице холодно, во-первых, а во-вторых, сейчас не надо ничего провоцировать лишнее». Что, где они, блин? Не вижу их. Вышли, не вышли, где они, блин? Даже в подъезде прям так прохладненько. Наш ковер все висит, блин. Ну, уже 10 раз дождь его обдал уже. Надо будет стирать его заново. Что-то мы про него забыли. То он валялся под балконом. Короче, трындец. Забыли совсем про этот ковер. Ну, это как, не ковер, а такой, знаете, это тряпочный. В общем, Берол придет, надо сегодня его постирать. И вывесить уже. Наверное, солнышко будет. А, я думаю, что-то холодно в подъезде. Смотрите, видите, пооткрывали все, чтобы свежий воздух был. Ой, воздух вообще, вы знаете, просто божественный. После дождя несколько дней дождь, это просто божественно. Ладно, пошла быстро дела делать. Может, на уличку тоже? Ой, хочу на уличку. Вот у меня уши вообще. Сейчас пошла в ванну и слышу что-то голоса. Так и поняла, что даже вода текла. Как это? Я не знаю, откуда у меня. И, в общем, вышла, слышу, что ли, мои, думаю, девчонки. И представляете, такая выхожу и такая чик. И еще чуть-чуть захлопнула бы дверь. Что-то дверь такая грязноватая. Сейчас надо помыть. Тут еще что-то нарисовал. Это вот они так тарабанят, видите, ногой. Что они там делают, интересно? Ирада, что вы там делаете? Они за подружкой, что ли, пошли? О, Господи. Пошла посмотреть. Ой, смотрите, я как-то показывала. Красота, правда?
Мне очень нравится этот кактус прям. Интересно, если я... Чье это? Я бы взяла бы кусочек, тоже посадила. Он же, по-моему, вот этот вот кактус, по-моему, если я не ошибаюсь. А вот такой, да, растет? Его надо оторвать и посадить. Он даст корешок. Я алоэ, кстати, хочу. Все никак не увидела еще я. Интересно. Можно взять? Ладно, брать не буду, надо спросить. Все классно. Видите? Надеюсь, они не против. Вот, видите, смотрите. Любят вешать всякие штучки. Ну, типа, наверное, ну, я не думаю, наверное, для красоты вообще. Ну, и как обереги. Вот. Даже вон там. С какими-то китайскими, что ли. А, да, там с какими-то иероглифами. И все, они спустились, я их хотела. Но сегодня прям это. Все, вышли. Ирада! Это живым? Ирада, ты где? А, все. Смотри за шапочкой, ладно? Хорошо, давай. Ты. Все аккуратно. Смотрите, мой фен вернулся. Кстати, он так и лежал у Берола в офисе, он так и не донес его до сервиса. И, в общем, в итоге, когда нечем было заняться, починил его сам. Сейчас помылась, посмотрим, попробую посушить. Работает, не работает? Надеюсь, что работает. Вернулся мой ненаглядный. Видите, окна как запотели. Окна, говорю, зеркала запотели. Мне, кстати, такой прикол почему-то, когда я включаю воду или пылесос, мне сразу кажется, что как будто кто-то плачет. Ну, что из детей кто-то типа плачет или зовет меня. Я сейчас пока была в ванне, прям извелась вся. Думаю, вдруг они стучат. А вдруг Альбина проснулась, а вдруг там что-то, хотя я, конечно, на скорячок, но у меня сразу почему-то в голове, вот, когда пылесошу или вода, вот сразу такое чувство прям, как будто они меня зовут или кто-то что. Ну, короче, это фигня. Привет всем. Я так и не поздоровалась. Начала что-то влог, по-моему, я так и не поздоровалась. Ой, так хорошо. Такая тишина в доме. Прям релакс. Реально. Прям так хорошо. Альбина спит, девчонки не орут. Прям так. Ух, прям вообще. На улице солнышко вышло, погода наладилась. Прям. Жизнь прекрасна, честно. Жизнь прекрасна, прекрасна, прекрасна. В общем, круто. Кстати, почему хлопали? Ну, в начале видео вы видели, да, я выходила. Почему хлопали? Потому что, в общем, пришло такое сообщение, но мне почему-то не пришло, пришло Берогу. В общем, чтобы все в 9 часов ровно вышли и начали хлопать. Берол сказал, так получилось еще, когда он только въехал в Сите, они вышли из машины и сразу начали хлопать. И Берол, о, это нам, что ли? Ну, прикалывался. Вот, потом прочитал сообщение. Вот, это Берол сказал, типа, в честь докторов, он так сказал, типа, хлопают то, что он, типа... Врачи все, доктора там такие молодцы. В общем, в поддержку. Ну, как бы вот так вот. Ну, в Турции это нормально, да? Люди друг друга поддерживают. Вроде как, типа, похлопали в честь врачей, в честь медперсонала, потому что сейчас очень сложно. В честь вот этого всего. Ну, это Берол так сказал. Я, кстати, сообщение вчера хотела сама прочитать сообщение, но забыла, в общем, прочитать. А сегодня я уже не прочитаю. Знаете почему?
Мне Берол звонит, смотрю, в общем, какой-то... А, нет, его этот друг высвечивается, Мустафа, я что-то не поняла. А потом думаю, а, 100% это Берол с его телефона звонит. А потом думаю, почему с его телефона? Ну, беру трубку, Берол такой... Это я тут звоню, типа, от Мустафы, потому что я разбил телефон. Ну, экран весь. Телефон работает, а экран весь раздолбал. И такой мне, только ничего не говори, ничего мне не говори. Я его, конечно, отругала по телефону. Я говорю, ты вообще обалдел. Почему отругала? Потому что так всегда. То есть он, вот, я не понимаю вообще. Я ему постоянно говорю, будь аккуратно, осторожно, ты работаешь, тем более там стройка, вот это все, будь осторожно, аккуратно. Бесполезно, каждый раз только сделает экран, тут же сломает, только сделает экран, тут же сломает. Ну, то есть это постоянно, очень часто, очень часто. Только вот даже крайний раз сделали, он сразу через 2 дня его раздолбал. И я говорю, сейчас и так такое тяжелое время, сейчас не до этого вообще. Ты берешь, сломаешь. Он такой, я говорю, придешь домой, по жопе получишь. Говорю, вот. Я говорю, ты как и рада. Что и рада вечно ломает, что ты. Не умеете его ценить. Вот я реально за всю жизнь, я ни разу, вот сама, чтобы я не разбила ничего. У меня так происходило, там, у меня в основном телефоны как бы сами по себе уже, либо сами по себе ломались, там, тупили, либо вот и Рада в унитаз уронила, либо так получилось, вот крайний раз у меня просто он выскользнул, то есть упал, ну это как бы, ну я вообще очень бережно отношусь. Я хожу с телефоном, прям аккуратненько его кладу, там, я даже больше скажу, я даже подстилаю что-то, чтобы там камера не царапалась, ну то есть я очень аккуратно отношусь. И даже если что-то происходит, то это уже как-то вот так происходит, а так, чтобы вот разбивать экраны постоянно или что-то, такого нету. В общем, Берол накосячил, говнючонок. Вот. А Ирада так обрадовалась. Говорит, мой папа тоже разбил, как и я, планшет. Я говорю, да, вот и будете ходить с разбитыми. Вот такие вот дела. Сейчас, пока девчонок нету, пойду что-нибудь поделаю. Альбина еще до сих пор спит. Не знаю, успею, не успею выйти на улицу, потому что тоже не хочу, чтобы они там долго прям зависали. Но ничего, свежий воздух полезен. Вон, видите, даже и подъезд проветривают, и у меня весь день у меня открыты окна. Альбину, когда закрываю, тоже открываю, чтобы сухого воздуха не было, то есть чтобы всегда вот такая прохлада. Так вот. Ой, настроение, прям, честно сказать, поднялось, как-то хорошо все-таки, ну, погода наладилась, и как-то чуть-чуть тишину послушала, и как-то даже настроение поднялось. В общем, все нормально, на самом деле, все хорошо. Сейчас, пока девчонок нет, приберусь, поделаю что-то, а завтра уже с девчонками вместе выйдем. Ну, если, конечно, там дождь не пойдет, только дождь мешает, больше ничего не мешает. Холод не мешает, ничего не мешает, только дождь. В общем, вот такие вот дела. Ладно. Всех целую, всех обнимаю. Буду заканчивать. И так я там что-то наснимала. В общем, этот влог такой получился больше подъездный. Не знаю, так прям хорошо. Сама себе поднимаю. Знаете, то вроде как не очень, то хорошо. Что-то потемнело. Только я сказала, уже потемнело. Пойду сейчас что-то... О! И Альбиночка проснулась. Ладно, всех целую, всех обнимаю. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующем видео.